То не смачна їжа, кіловати гука, нові сябри і мора позитиву. У суботу в рамках Дня города Гомельская мясомолочная компания проведе другий открытый фестиваль «Мяс Мол Фест». С планами организаторов ознайомилися наши корреспонденты. Як чакається, удзел у фэсті прымуць усе мяса і малакаперапрацоўчыя камбінаты, якія ўваходзяць у склад холдынгу. Ім ёсць што прапанаваць удзельнікам свята. Акцыянернае таварыства «Мілкавіта» – прадпрыемства без перабольшвання сусветнага ўзроўню. Нягледзячы на пэўныя праблемы, звязаныя з эпідэміялагічнай сітуацыяй, па выніках 8 месяцаў тут спрацавалі са станоўчымі паказчыкамі. Пры гэтым больш як 45% вырабленага паставілі на экспарт. Сярод партнёраў гамельчан – Расія, Кітай, Казахстан, Украіна, Філіпіны, Бангладеш – усяго больш як 20 країн. А проще того, «Мілкавіта» – постоянний удельник республіканських і міжнародних вистав. Ми стали чемпіонами вкусу в міжнародному конкурсі. З «Продекспо» привезли золото і серебро за нашу продукцію «Латте Бариста». Продовжуємо працювати над розширенням сейчас нашей десертной линии. И также мы в этом году, выполняя экономические показатели и задачи, не отступились ни от одного социального обязательства, взятого на себя, приняли участие в ряде благотворительных мероприятий. Сёння «Мяс Мол Фэсті» у Гомелі нагадваюць вулічныя расцяжкі. Як і ў мінулым годзе, ён пройдзе на пляцоўцы каля Лядовага палаца. У п'ятніцу тут пачнецца ўстаноўка абсталявання, якое будзе выкарыстоўвацца падчас свята. Па словах кіраўніцтва мясамалочнай кампаніі, цікава будзе ўсім. Сярод запланаванага вясёлая ферма з хатнімі жывёламі, караокі-бар, дрыфт-зона і танцы з трансформерамі. Прызы таксама ўражваюць – метровая калбаса і галоўка сыру, плюс мора музыкі. Праўда, імёны выканаўцаў арганізатары пакуль не называюць. Урэшце, интрига повинна быть на любым массовом мероприемстве. «Мяс Мол Фэст» второй, но я думаю, что он более крупный будет, чем первый. Будем считать, что первая – это репетиция, но по-прежнему мы оставим все то, что было ценно в нем. Это семейная атмосфера, это семейный праздник. Больше половины будет посвящена детям и для детей, поэтому милости просим, приглашаем всех. Еще раз подчеркиваю, это праздник семейный. Чтобы понятно было, только посадочных мест мы увеличим в 3 раза. Будут все вкусности, которые выпускают наши предприятия, из которых можно сделать какие-то вкусности. И молочные, и мясные, шедевры кулинарии будут все. Олег Сентеров, Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».